Подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? Поставьте, пожалуйста, плюс, если меня хорошо слышно. Спасибо большое. Я вижу, что меня слышно хорошо. Меня зовут Алина Марчук, я бренд-менеджер компании Let's Go Maldives. И, ну, как видите, мы отключили видеосвязь, чтобы избежать перебоев в трансляции. Поэтому видеть вы меня сегодня не будете, но я покажу много всего интересного в нашей презентации. Итак, сегодня я расскажу вам о некоторых новостях Мальдивских островов. Также поделюсь, что нового у компании Let's Go Maldives. Представлю новинку этого года – итальянский отель Balione Resort Maldives. Это отель 5 звезд лакшери, и мы еще проведем розыгрыш приза. Начну я с того, с такой краткой информации о нашей компании. Просто напомню, я знаю, что нас многие знают, но немножко напомню о том, кто же такая компания Let's Go Maldives. Итак. Компания Let's Go Maldives работает на рынке туристических услуг с 2005 года, и мы находимся непосредственно на Мальдивских островах. Вот так выглядит столица Мали, где находится наш офис. Это главный офис компании Let's Go Maldives, и он находится в нашем собственном здании Let's Go Tower. Вот на слайде вы видите офис нашей компании, который на протяжении уже много лет не меняется, и вы всегда нас сможете найти здесь. У компании Let's Go Maldives есть различные награды, и мы были неоднократно удостоены такими наградами, например, World Travel Awards. Вот здесь на этом слайде видите наши награды в номинации «Лидирующий туроператор Индийского океана» и «Лидирующий туроператор Мальдивских островов». Помимо этого, мы также дважды награждены такой премии, как Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Star Awards. И последнюю эту премию мы получили в прошлом году. Компания заслала авторитет надежного партнера многих крупных туристических агентств по всему миру. Мы организовывали отдых на Мальдивах для людей высокого профиля, знаменитостей, самых требовательных клиентов, включая обслуживание их частных самолетов и суперяхт. Услуги компании включают бронирование порядка 150 отелей на Мальдивских островах, предоставление пакетов и огромного количества специальных предложений, а также бронирование внутреннего трансфера. Вот такие виды внутреннего трансфера, как гидроплан, внутренние авиалинии и моторная лодка. Мы также предоставляем 24-часовой сервис встречи в международном аэропорту для клиентов, бывающих на Мальдивы. Организовываем прием больших групп, конференций, совещаний. И вы видите, что в аэропорту наша стойка номер 20. Очень легко нас найти. Наш логотип можно увидеть на экране в аэропорту и на нашей стойке. Также компания имеет собственный сервис транспортировки между атоллами по воде, который доступен по запросу, а также по запросу доступно обслуживание частных самолетов и яхт. Помимо этого, мы ежегодно проводим ознакомительные туры по Мальдивским островам. И в этом году у нас также есть две большие группы из России, которым мы с удовольствием показываем все интересные новинки. Также я хотела бы добавить, что нас можно всегда встретить на крупных выставках, на крупных туристических выставках по всему миру, и вы всегда можете пообщаться лично с представителями компании.
в частности, на выставках в России, таких как MITT или Luxury Travel Market, мы приезжаем каждый год, поэтому очень часто встречаем наших партнеров и всегда рады поделиться новостями о Мальдивских островах. Ну и хотелось бы, это вот была такая ознакомительная часть или немножко вспомнить о компании Let's Go Maldives. И хотелось бы, конечно, сейчас перейти к такой интересной информации о направлении в целом. То есть что же происходит в стране, поскольку мы находимся непосредственно здесь, на Мальдивах, мы следим за всеми обновлениями, как в отелях, так и в... так и по направлению в целом, и мы хотим сказать, что Мальдивская Республика переживает ряд изменений в последнее время, открывается очень много новых резортов, гестхаусы набирают популярность и полностью меняют представление о Мальдивах как о дорогом направлении. Развиваются интегрированные проекты, расширяются аэропорты, растут туристические города. Ну и поскольку уже неоднократно шла речь о том, сколько же новых отелей открываются на Мальдивах, то мы хотим вам также показать, как страна готовится к увеличению потока туристов в ближайшее время, поскольку так много новинок, естественно, должны за собой повлечь какую-то подготовку, то есть к принятию этого большого потока туристов. Поэтому мы хотим вам немножко рассказать о том, что происходит в аэропорту. Значит, новый международный аэропорт на данный момент готовится к... Он находится в стадии строительства, в стадии крупных перемен. И хотелось бы просто немножко напомнить, что первая посадочная полоса появилась на острове Хулуле, а это именно так, как называется остров на Мальдивах, на котором находится аэропорт, именно остров Хулуле. Значит, первая посадочная полоса появилась в 1960 году и была сделана из стальных листов. И потом, через несколько лет, уже в 1972 году аэропорт был усовершенствован для приема туристических лайнеров и появилась асфальтированная взлетная полоса. Так вот, на данный момент на острове Хулуле в международном аэропорту Вилана проходит такая реконструкция и строится новый, абсолютно новый международный терминал с пропускной способностью 7,5 миллионов пассажиров в год. Это очень много, потому что на данный момент пропускная способность нашего терминала около миллиона пассажиров, и, конечно, он не такой большой, как ожидается новый терминал. Также будет в несколько раз увеличено количество зон паспортного контроля и выходов на посадку, то есть что позволит более так быстро и с комфортом ходить в аэропорту, все вот эти зоны досмотра. Далее, конечно же, будет новая современная багажная система и появятся телетрапы, наконец-то, потому что сейчас на данный момент высадка пассажиров идет в автобус, и в автобусе уже пассажиры доезжают до самого здания аэропорта. Так, и вот так выглядит визуализация этого аэропорта с другой стороны, со стороны океана. И, конечно же, будет добавлено много различных кафе, ресторанов, магазинов, лаунж-залов и разных других сервисов, которых так не хватает в Мальдивском аэропорту. Насчет старого здания аэропорта планируется преобразовать его в терминал внутренних авиалиний. И вот на этом слайде вы можете увидеть, опять же, визуализацию нового аэропорта и
проходит на данный момент строительство абсолютно новой взлетно-посадочной полосы, которая будет длиннее, больше предыдущей, будет составлять 3400 метров в длину и 60 метров в ширину. Значит, существующая взлетная полоса станет параллельной рулежной дорожкой и будет действовать как аварийная взлетно-посадочная полоса также, то есть позволит самолету уходить сразу на вот эту старую взлетную полосу, и это, в свою очередь, увеличит количество, пропускную способность аэропорта до 14 самолетов в час. Ну и также новая взлетная полоса позволит возможности посадки большой модели самолета. Помимо этого, Мальдивы также являются крупнейшим аэропортом для гидросамолетов, и у нас появится новый терминал. Новый терминал для гидросамолетов также находится в разработке на данный момент и будет в два раза больше ныне имеющегося. Там будет здание с четырьмя уровнями, как вы видите на визуализации, 20 выходов на посадку, каждый на 18 мест, тут лаунж-залы, VIP-зоны, отдельный зал прибытия, и будет 63 док-станции для гидроплана с возможностью увеличения до 80. Помимо этого, у нас также будет изменение в VIP-терминале. Он у нас идет отдельное здание на данный момент, и также он будет увеличен. Это будет полностью новое здание с тремя уровнями. В здании будут отдельные лаунж-залы для VIP-персон, пассажиров частных самолетов и гостей с других стран, таких уровней, как президенты, министры, послы. Будут отдельные выходы на посадку для всех категорий пассажиров, а также будет своя зона регистрации, зона досмотра багажа. На данный момент такой возможности у терминала нет, то есть зона регистрации и досмотра багажа, этот весь процесс проходит в основном терминале, и после этого уже багаж доставляется в самолет. Помимо этого, также будет в VIP-терминале свой расширенный отдел duty-free. Сейчас там есть такой небольшой магазин duty-free, но он будет расширенный с гораздо большим таким выбором. Значит, вот так у нас Мальдивские острова готовятся к увеличению потока туристов в ближайшие годы, поэтому в скором времени туристы смогут с большим комфортом находиться на территории международного аэропорта. Также хочется сказать еще несколько слов о Мали. Это, многие знают этот маленький остров как такой густонаселенный город с огромным количеством мотобайков, самым популярным городским средством передвижения. И вот мы хотим поделиться тоже некоторыми новостями о том, что же нового в Мали. Вот как видите вы на этом слайде, на данный момент проходит строительство аэропорта, соединяющего остров аэропорт и остров столицу. Вообще столица Мальдивских островов, конечно, является обособленным островом, на который на данный момент можно добраться только на пароме. И в этом году как раз заканчивается строительство этого моста, что позволит перемещаться между тремя основными островами в стране на автомобиле или автобусе, допустим. Три основных острова, о которых я сказала, это столица, остров-аэропорт и так называемый город будущего Хулумали. Это такой туристический новый городок, о котором также будет идти речь позже. Данный мост будет иметь длину 2 километра, он уже почти-почти готов. Очень часто мы проезжаем мимо этого моста как раз на пароме, видим его почти каждую неделю, как он меняется, и совсем немножко там осталось для того, чтобы он был готов. Поэтому как только он официально будет открыт, мы также поделимся интересной информацией об этом.
Значит, помимо моста в городе Мали, мы хотим еще поделиться такими просто интересными фактами для тех, кто все-таки хочет посетить столицу с такой небольшой экскурсией, у кого есть, будет несколько часов свободных, и те, кто просто хотят увидеть столицу Мальдивских островов и место, где живут местные жители, и что же там такого интересного на данный момент изменилось. Вот на этом слайде вы можете видеть, что из таких интересных, необычных изменений у нас вот на известной площади республики появился фонтан, такой, который, в свою очередь, облагородил это место и придал это место такое более какому-то интересному виду. Это очень популярное место, в котором семьи с детьми проводят утро пятницы очень часто. Эта площадь находится напротив президентского причала. Также вот здесь, в этой части слайда, вы можете увидеть новый парк, вернее, это обновленный парк, который раньше назывался Султан Парк. Это такая красивая озелененная зона, которой раньше не было в городе, и тоже таким является приятным местом отдыха. Очень много там семей местных проводят вечера и выходные. И еще вот очень необычное вообще для Мальдивских островов, вы можете видеть в этой части слайда, это такой зимний парк, зимний тематический парк, который открылся совсем недавно, очень необычно для Мальдивов, потому что в этом парке есть настоящий каток, ледяная горка, снежный уголок, и он дает возможность мальдивским детям увидеть и прикоснуться к настоящей зиме. Также, конечно, в городе открывается все чаще очень много международных сетей, а уже сейчас можно найти Мувенпик кафе, Пицца Хат, The Coffee Club, Gloria Jeans, вот можно увидеть в нижней части слайда, это такой тоже новый пляж публичный с вот этим вот большим таким зданием здесь, которое вы можете видеть, это как раз Gloria Jeans кафе. То есть появляется очень много таких приятных мест, которые, где туристы могут заглянуть и провести очень так комфортно время, во время того, как они исследуют столицу Мальдивских островов. Возвращаемся к городу будущего, третий остров, о котором я говорила раньше. Напомню, что помимо столицы Мали на Мальдивских островах есть еще один крупный город, вот это как раз вы видите его на этом слайде. Он примерно в два раза крупнее столицы, является популярным местом остановки транзитных гостей. И для сравнения, протяженность столицы Мали это где-то 1,8 километра, а Хулумали уже сейчас составляет где-то 2 километра 300 метров. И включая ту часть города, которая находится на данный момент в стадии строительства, она будет достигать порядка 4,5 километров в длину, то есть этот город будет гораздо больше. И как вы видите на слайде, он совершенно по-другому выглядит. Это город с широкими улицами, совершенно другой вид застройки. И такой вот именно настоящий курортный городок, в котором, я думаю, множество туристов будет интересно провести время, чтобы познакомиться с местной культурой и увидеть, какие же они настоящие Мальдивские острова. Добраться из аэропорта в Хулумали можно автобусом по насыпной дороге, то есть остров аэропорт и остров Хулумали соединены. В Хулумали имеется гавань для судов, в городе есть большая парковая зона, вот как раз на этом слайде вы можете видеть ее. И публичный пляж простирается вдоль всего берега, где расположено множество гестхаусов. Есть различные виды водного спорта, имеется плавательный трек вот как раз в этой части. Это такое место, скажем, с ограничителями в виде плавучей рамы, территории, которой не имеется кораллов, для того, чтобы можно было плавать спокойно, без боязни получить какую-то травму, то есть поцарапаться о кораллы. Также еще хотелось бы добавить, что
наверное, важным тоже таким моментом все-таки для туристов, важным моментом для туристов является тот факт, что в Хулумале есть наличие новой современной больницы. Вот кто встречался с нами на выставках в этом году в России, это MITT, либо Luxury Travel Mart, в Украине также мы приезжали, мы рассказывали о всех этих обновлениях, потому что я думаю, что это тоже такой момент, который очень часто интересует туристов, поскольку все-таки они едут в такое место, которое очень обособленное от больших стран, и, скажем так, многие переживают. То есть если вдруг случится какая-то травма, все-таки водный спорт, кораллы, разные такие вещи, разное бывает, поэтому очень часто люди тоже интересуются, есть ли хорошая больница, где могут оказать современные медицинские услуги, поэтому вот эта больница открылась в начале этого года, она тоже находится именно в городе Хулумали. Вот вижу вопрос про круизный лайнер, уже ответили на него. Паромы из Хулумали ходят в столицу, то есть можно из столицы Мали приехать напрямую в Хулумали на пароме, либо можно из столицы Мали приехать на пароме в аэропорт, а затем из аэропорта взять автобус до Хулумали. То есть все связано, вот эти три больших острова, они связаны. По поводу вопроса публичного пляжа. На данный момент в городе Хулумали публичные пляжи нельзя купаться в бикини, но есть одна обособленная зона, которая так и называется бикини-пляж, в которой непосредственно гости могут, туристы могут совершенно спокойно плавать и загорать в открытых купальниках. Так вот, возвращаясь к этой больнице, у нас уже неоднократно в этом году случались такие ситуации, когда требовалась срочная медицинская помощь туристам, и вот они остались довольны посещением этой больницы, потому что она, конечно же, оборудована абсолютно по всем таким последним технологиям и хороший уровень специалистов. Большая часть специалистов — это иностранцы. Поэтому туристы сейчас могут быть спокойны, что в случае каких-то экстренных ситуаций им окажут достойную медицинскую помощь в стране. Ну и вот, естественно, много разных ресторанов и кафе открывается. И на данный момент вы сможете найти рестораны и с индийской кухней, и тайской, и китайской кухней, разные кофейни с десертами. Вот еще можно здесь видеть вот центральный парк Хулумали, который был на предыдущем слайде. Это вот в увеличении. И вот на левой части, получается, Хулумали Ферри Терминал, это как раз-таки то место, та часть острова, куда приходит паром из столицы. То есть куда мы добираемся, если мы едем из столицы, и куда вот приходит паром. Ну и, конечно же, именно в этом городе находится наш отель, это вот наш новый проект компании Let's Go Maldives, который мы хотим сделать небольшой анонс. Это совсем небольшой отель. Хотелось бы очень заметить, что это именно бутик-отель, а не гестхаус, потому что в отделке отеля использованы дорогие материалы, а декоративные элементы привезены в отель со всего мира. Он очень отличается от концепции гестхаусов, которые есть на данный момент в Хулумали. И вот вы видите здесь как раз-таки береговая линия. Опять это приближенная часть береговой линии, которую вы могли видеть на одном из предыдущих слайдов. Вы можете заметить, какой здесь хороший пляж. То есть в сравнении, например, с городом Мали, столица, там, конечно же, нет такой возможности для визитных туристов провести приятное время на пляже, вот такого качества пляжа, как, например, есть в городе Хулумали. То есть вот Хулумали — это на самом деле такой настоящий туристический городок мальдивский, который все очень долго ждали для того, чтобы можно было спокойно провести тихий вечер. Очень много туристов на данный момент там, и, конечно же, сейчас с началом высокого сезона их будет еще больше.
Значит, концепция проекта, она отражает тематику путешествий, и в каждой зоне этого отеля мы надеемся, что наши гости проникнутся этой атмосферой. Отель очень маленький, это такой лаунж, можно сказать, даже отель, там всего 10 комнат, как и, собственно, во всех вот таких маленьких отелях вдоль всего побережья, они примерно все одного размера, просто кто-то делает немножко больше номеров, кто-то меньше за счет размера каждой комнаты. Ну, вот мы решили сделать всего 10 номеров, два из которых имеют шикарный вид на Индийский океан, и также имеется номер сьют, самый большой номер. Из наших уникальных преимуществ, которые опять-таки есть далеко не у каждого отеля в Кулумали, это в первую очередь само расположение отеля, то есть то, что вы видите пляж на слайде, это как раз-таки он находится напротив самого отеля, то есть можно его увидеть с террасы, либо с комнат, которые имеют вид на океан. Также в отеле, как вы можете видеть на визуализации, имеется бассейн с джакузи на крыше, есть мини-сауна и массажный кабинет, есть веранда с такой лаунж-зоной, гамаком, и на территории веранды и бассейна расположены лежаки, на которых как раз-таки можно загорать в бикини, потому что это наша частная территория, и мы специально подготовили такое место для наших гостей, чтобы они могли спокойно наслаждаться мальдивским солнцем. И это очень просторная территория, которая у нас есть, где можно будет позагорать. Каждая комната этого отеля – это настоящая история. И о каждой из них мы расскажем уже на отдельном вебинаре после открытия. То есть мы планируем на данное открытие на начало осени. И после того, как уже будет официальное открытие, мы сделаем отдельную презентацию по данному отелю, покажем все, что у нас там внутри находится. На нижнем этаже здания имеется ресторан, это ресторан международной кухни, где каждый гость из любой страны сможет найти что-то на свой вкус. И гости смогут выбрать вариант столика на пляже перед зданием, потому что вот эта пляжная территория – это также территория отеля, и можно будет выбрать, насладиться блюдами ресторана под звук океана. В отеле также есть собственное комфортабельное транспортное средство для трансфера из аэропорта и обратно. То есть мы позаботились о том, чтобы сделать все возможное для комфорта наших гостей. И это такой небольшой краткий анонс, и конечно же, дальнейшие подробности мы вам расскажем уже после открытия. Ну и сейчас хотелось бы идти к одной из новинок Мальдивских островов. Это отель, который заявлен у нас в названии нашего вебинара, это Балеони Resort Maldives, отель 5 звезд лакшери. Пожалуйста, слушайте информацию внимательно по этому отелю, потому что мы будем разыгрывать приз в конце презентации. Это будет сертификат на проживание две ночи на двоих в категории либо Water Villa, либо Beach Villa от отеля Balleon Resort Maldives. Значит, отель у нас является новинкой этого года и заявлен к открытию 1 ноября 2018 года. Сеть отелей Балеони появилась в 1974 году, и сеть была создана итальянской семьей, которая разработала такой уникальный бренд гостеприимства и гостевого опыта, такой своеобразный способ знакомства с итальянским стилем через культуру и разнообразие традиций. У этой сети уже есть коллекции из нескольких эксклюзивных отелей, и вот в этом году эта коллекция пополнится еще дополнительным отелем на Мальдивах. Это эксклюзивный отель с 96 вилл. Он вообще, сама сеть входит в список The Leading Hotels of the World. У отеля имеется лаунж-зал в аэропорту, это как раз-таки в терминале гидросамолетов.
В отеле имеется батлер-сервис, это у номеров категории C. Также есть детский клуб, что тоже немаловажно для семей, приезжающих с детьми. И я думаю, что главной, основной особенностью этого отеля является то, что это именно первый итальянский лакшери-отель на Мальдивах. Трансфер из аэропорта займет 40 минут на гидросамолете. Сам отель находится на атолле Далу и на острове Магу. Вот на этом слайде вы можете видеть непосредственно сам остров. Это натуральный красивый остров с такой, с очень красивой классическим формой и такой очень красивой тоже лагуной. И чем привлекателен риф этого острова, это тем, что остров... тем, что риф является так называемым риф 360 градусов, и лагуна дает возможность плавать в любом месте. Вот вы видите также, что на карте, где находится у нас столица Мали, рядом с столицей находится международный аэропорт, и Балеони Резорт Малдивс у нас на юге. Да, вот, пожалуйста, отвечаю на вопрос Ирины, это южная часть. Далее, по категориям размещения. В этом отеле у нас 8 категорий размещения. И есть, естественно, как виллы на пляже, так виллы на воде. И вот здесь можно видеть такую краткую разбивку по категориям. Это категория Garden Villa. Их 8 комнат таких, которые составляют 65 квадратных метров плюс 22 метра терраса и вмещает 2 взрослых, 1 ребенок до 16 лет. Далее 31 бич вилла, опять же такого же размера, плюс дополнительно идет такой частный пляж. Разница в категории Garden Villa и Beach Villa в том, что у Beach Villa есть прямой доступ к океану. То есть Garden Villa у нас находится как бы в таком мальдивском саду внутри острова, а вот у Beach Villa уже находится непосредственно на пляже. Дальше, опять же, по размещению 2 взрослых, 1 ребенок до 16 лет. Далее 33 у нас Water Villa, 60 квадратных метров плюс 45 метров надводная терраса. 2 взрослых, 1 ребенок там можно разместить. Далее 9 Pool Water Villa. И получается по размеру 60 квадратных метров, плюс 45 квадратных метров надводная терраса, плюс бассейн. То есть разница в том, что у Water Villa нет бассейна, и у Pool Water Villa есть бассейн. По размещению точно так же 2 взрослых, 1 ребенок. Значит, далее у нас есть Family Beach Villa. Это такая уже большая вилла. 135 квадратных метров плюс 45 метров терраса, плюс 55 квадратных метров частный пляж, 4 взрослых и 2 ребенка до 16 лет. Далее, значит, Pool Grand Beach Villa, 5 таких комнат, 77 квадратных метров плюс 43 метра терраса, плюс 30 метров частный пляж, и там же находится бассейн, 2 взрослых и 2 ребенка до 16 лет. 6 Pool Suite Beach Villa, 115 квадратных метров, плюс 60 метров терраса, плюс частный пляж и плюс бассейн, опять же, 2 взрослых, 2 ребенка. И самая большая вилла, это она одна там находится, это Presidential Villa, Presidential Water Villa, находится на таком конце джетти, 360 квадратных метров,
Там такой большой бассейн по размещению максимум до 6 человек. По поводу младенцев, вот есть вопрос. По поводу младенца есть вопрос. Дети вообще до 16 лет в водных виллах, они остаются под полной ответственностью взрослых. То есть это та информация, которую нам предоставил отель. Дети до 16 лет, если станет, уже отвечаю на вопрос, они бесплатно ходят по системе питания, размещения в данной категории. Далее, вот на этом слайде вы можете увидеть, как выглядят эти виллы. Вот как раз-таки бич-вилла. У нас там бич-вилла и гарден-вилла, они имеют похожий интерьер. Вот также бич-вилла тоже с другого ракурса. И ванная комната. Вот вы видите, что все в таких бежевых, каких-то таких светлых тонах здесь интерьер сделан. Дальше вот у нас здесь есть категория Pool Suite Beach Villa, представлена на слайде. Вот вы видите, что у нас с бассейном и непосредственно с выходом на пляж. Такая достаточно просторная вилла. В ней есть отдельная обеденная зона и гостиная. Имеется терраса с бассейном, то, что тоже можно видеть на слайде. Напомню, в данной категории можно разместить двух взрослых и двух детей до 16 лет. Еще также слайд этой же категории, Pool Suite Beach Villa внутри, это вот как раз зона гостиной. Далее, также это Pool Suite Beach Villa, но только ее разновидность, вы можете видеть, что она отличается от предыдущей. Но это та же самая категория, она достаточно просторная, есть отдельная зона гостиной. Вот она как раз гостиная здесь, Pool Suite Beach Villa. И вот таким образом выглядит у нас Water Villa. Это водная категория вилл. Пока загружается слайд, отвечу на вопрос Светланы. Я показывала слайд фотографии острова непосредственно до начала строительства. Это абсолютно природный остров, красивый, озелененный, с шикарной луной, которая, наверное, является таким особенностью, да, и это вот чем привлекателен именно риф. Потому что остров не только природный, но еще и лагуна у него очень красивая, такая, как называемая, 360 градусов, где можно плавать в любом месте. Вот еще здесь можно видеть категорию Water Villa, тоже внутри, как это выглядит. Далее, на этом слайде вы можете видеть Presidential Water Villa, это самая большая категория комнат. Это двухэтажная вилла с тремя спальнями. На веранде находится большой бассейн, джакузи, вы можете видеть. Есть обеденная зона и есть несколько зон отдыха. Внутри виллы также на первом этаже расположена еще одна обеденная зона отдыха. Вы можете видеть ее на этом слайде. И есть также в этой вилле отдельная кухонная зона, где шеф-повар отеля может готовить различные блюда по заказу гостей. И вот на первом этаже две спальни, о которых шла речь, они находятся, получается, по левую и по правую сторону первого этажа. То есть они в таком на достаточно большом расстоянии находятся друг от друга, да, то есть есть такое понятие приватности. Далее,
У каждой спальни, естественно, имеется отдельная ванная комната. На втором этаже расположена третья спальня, отдельная ванная комната и еще одна гостиная зона. В данной категории можно разместить до 6 человек. Дальше по поводу бар и ресторанов. Есть ресторан Taste. Это международная кухня, такой ресторан с буфетом, да, завтраки, обеды, ужины, можно туда приходить. Дальше ресторан Umami, это японский а-ля-карт ресторан, который работает во время обеда и ужина. Ресторан Густо, итальянский а-ля-карт ресторан, который работает только на ужин. И Pool Bar Grill, открыт для ужинов, открыт для итальянских аперитивов. Каждый день там живая музыка будет после ужина. И есть еще винный клуб. По поводу меня спрашивали, сейчас скажу, типов питания. По поводу типов питания у нас есть half board, есть full board и есть такой privilege package. Это что-то типа all inclusive. Вот три таких варианта. Можно. Ну, естественно, стартовое у нас это проживание и завтраки. Услуги батлера, отвечая на вопрос Марианы, услуги батлера у нас есть в трех категориях комнат. Это, сейчас я вернусь на первый слайд, вот на этом вы можете то, что обозначено такими темненькими, три темных кружочка. Это как раз-таки те категории комнат, на котором имеется возможность услуг батлера. То есть это Pool Grand Beach Villa, Pool Suite Villa, Presidential Water Villa. Эти категории, эти категории как раз Suite, и поэтому они имеют данную услугу. Возвращаясь к ресторанам и барам, вот еще один вид на ресторан, это как раз-таки Pool Bar, такой бар в бассейне. И итальянский ресторан здесь можно наблюдать. Также, что еще, здесь вот на этом слайде можно видеть общую такую, с высоты птичьего полета, можно как раз-таки видеть этот пул-бар, можно видеть категорию номеров Pool Suite Beach Villa, и вот здесь посерединке в деревьях можно наблюдать йога-павильон. Значит, вот так йога-павильон выглядит крупно. И помимо йога-павильона, естественно, имеется спа-кабинет, есть тренажерный зал, есть теннис и волейбол. 4 кабинета у спа индивидуальные и 2 кабинета парные. Также имеется дайвинг, естественно, водные различные виды спорта. И у отеля есть детский клуб от 3 до 12 лет. Ну и, естественно, услуги няни тоже. Далее еще один важный момент, о котором хотелось бы сказать, что у этого отеля есть специальное предложение. Поторопилась. У этого отеля есть вот такая еще особенный такой момент. Это партнерство с итальянскими брендами. Опять же, возвращаясь к основной особенности отеля, ей является то, что отель Балеоне Resort Maldives – это первый итальянский лакшери отель на Мальдивах, и поэтому он гордится партнерством с итальянскими брендами, такими как Frete. Это такой бренд постельного белья, Ferrari, напитки алкогольные, MC2, это такая пляжная одежда, косметика, уходовая Insium, и вот еще есть такая красивая яхта, Апреамары, то есть все это можно увидеть непосредственно в отеле. Различные эти бренды, то есть можно проникнуться атмосферой, можно увидеть такая комбинация, получается, итальянской атмосферы в тропических Мальдивских островах. И возвращаясь к тому, о чем я сказала по поводу специального предложения, сейчас действует в честь открытия отеля специальное предложение
с 1 ноября по 31 января 2019 года. Это 40% скидка на проживание. Дальше апгрейд идет на план питания Халбор бесплатно. Бесплатный сеанс массажа на 60 минут на 2 персоны. Бутылка Ferrari Trento Doc. Это как раз-таки один из тех итальянских брендов, который представлен в отеле. И один аперитиво итальяно на 2 персоны. Это тоже такой итальянский... итальянская традиция, итальянский такой способ проведения времени, то есть аперитиво, это когда перед ужином гостей пригласят на такое вот своеобразное встречу, где угостят итальянскими напитками и можно будет пообщаться с другими гостями и также с представителями отеля. В общем, вот это все входит в спецпредложение в честь открытия, и дополнительную информацию вы можете узнать по адресам, которые представлены на слайде у моих коллег. Так, вот по поводу вопроса на LTM в Москве, у нас мы были в этом году на LTM весной, и мы, у нас была такая презентация как раз-таки в картинках, в подробностях, и мы очень подробно все рассказывали. Ну, мы, конечно же, по запросу, пожалуйста, мы пришлем все подробности об отеле. Так, значит, в общем, вот это у нас информация об отеле, и сейчас я бы хотела бы вернуться к нашему розыгрышу. Значит, хотелось бы сказать, что, надеюсь, вы слушали внимательно, и хотелось бы повторить, что мы будем сейчас разыгрывать две ночи на двоих в категории либо Water Villa, либо Beach Villa от отеля Balione Resort Maldives. Это будет сертификат на двоих, и сертификат не подлежит передаче третьим лицам. Для того, чтобы выиграть этот сертификат, получить этот сертификат, нужно будет ответить правильно на три вопроса. Ответ нужно прислать в чат. И, значит, компания Profit Travel посмотрит, кто же первый правильно ответил на три вопроса и пришлет нам как раз таки эту информацию, которая будет оглашена после того, как они пришлют, и она будет присутствовать на нашем стенде. Итак, значит, теперь вопросы. У нас будет три вопроса по этому отелю. Они, в принципе, простые, потому что я все это озвучила в презентации. Первый вопрос. Первый вопрос следующий. Назовите хотя бы один бренд, итальянский, специальный лакшери бренд, с которым партнерство у отеля Balione, который будет представлен эксклюзивно в отеле Balione Maldives. Еще раз повторяю, хочу здесь сказать, что нужно прислать все три ответа одновременно. Все три ответа на три вопроса одновременно. То есть в одном сообщении. То есть первый человек, который пришлет все три вопроса одновременно, все три ответа на три вопроса одновременно в одном сообщении, который пришлет их правильно, получит данный сертификат. Итак, вопрос номер один. Назовите хотя бы один бренд, который будет представлен эксклюзивно в отеле Balione Maldives, итальянский бренд. Второй вопрос. Чем привлекателен риф отеля Balione Maldives? И третий вопрос, что является основной особенностью отеля Balione Maldives? Еще раз повторю вопросы. Вопрос номер один. Назовите хотя бы один бренд, который будет представлен эксклюзивно в отеле Balione Maldives. Это бренд партнерства с этим отелем, итальянский бренд. Вопрос номер два. Чем привлекателен риф отеля Balione Maldives? И вопрос номер три. Что является основной особенностью отеля
Балеоне, Малдивс. Пожалуйста, тот, кто первый пришлет три верных вопроса на данный, все три верных ответа на данный вопрос, получит данный сертификат, и мы посмотрим уже, когда компания Profi Travel нам покажет по времени, чтобы это все было честно и правильно. Ну и дальше еще, что хотелось бы тоже рассказать, помимо этого. Конечно же, очень много новинок. Мы хотим буквально пару минут уделить информацию тому, какие же интересные новинки. То есть просто, чтобы ваше воображение, помочь вашему воображению представить, что же такое интересного, личного нам нужно ожидать на Мальдивах, и посмотрите, какие необычные идеи есть. Вот такой отель Fairmont Surf & Push, новинка этого года, тоже мы ее представляли в нашем каталоге в этом году, и как раз на NTT, на LTM мы рассказывали. Буквально пару дней назад они открыли свой коралариум, так называемый, это такой потрясающий подводный музей, в котором расположены фигуры, необычные такие, фигуры людей, которые обрастают кораллами и превращаются в какие-то такие живые экспонаты под водой. То есть интересно и для тех, кто занимается снорклингом, и для тех, кто занимается дайвингом. Вот, пожалуйста, здесь на нашем слайде вы можете видеть такие эксклюзивные фотографии, скажем так, с открытия, и увидеть, как это выглядит все. То есть коралариум буквально был открыт пару дней назад. Это новинка этого года. Далее, следующая новинка – это отель Лакс, Норт Мали Атолл, Северной Мали. У Лакса есть два отеля, есть один в Южном Арии, вот этот Северной Мали, который мы тоже ожидаем в этом году. Обратите, пожалуйста, какие потрясающие виллы. Это тот отель, который решил использовать расстояние, территорию на крыше вилл в виде такой террасы потрясающей, которая возвышается над поверхностью Индийского океана и дает возможность видеть такой шикарный вид на закат. Совершенно другая концепция. Они отошли от классической мальдивской крыши и сделали это таким образом. Очень интересный дизайн, необычный, яркий, такой стильный. Далее. Есть еще новинка, это JW Marriott, тоже сейчас такая, как будто бы идет гонка, у кого будет более интересный, необычный дизайн, какие-то нестандартный подход к экстерьеру и интерьеру виллы, ресторанов. Вот здесь вы можете тоже видеть сам отель и детский клуб, у которого тоже есть такой необычный, он как-то декорирован. Еще одна новинка – это Carpe Diem Maldives, также открывается у нас в скором времени. Далее Jolly Maldives, еще одна новинка, которую мы тоже ожидаем. Там очень много будет такого арт-объектов различных. Еще одна новинка – это Nautilus Maldives, тоже обратите внимание на интерьер и экстерьер вилл. Movenpick Resort Куридивар. Вот про Movenpick я рассказывала, что у нас появилось кафе в столице Мальдивских островов. И вот, пожалуйста, здесь вы можете видеть сам отель уже, который открывается в скором времени. You and Me by Cocoon. Еще одна новинка. Также мы ее ожидаем. Фару Фуши. Вот это тоже знаменитая такая здесь картинка с маяком. Еще одна новинка тоже на мальдивских отелей. Помимо этого, хотелось бы сказать еще и добавить очень много различных других брендов. Это и Sun Aqua Iru Valley, Sun Siam Iru Fushi, Sun Siam Alivi Fushi, и Hard Rock Hotel у нас открывается, и Emerald, Santara Grand будет также новая. Вальдорф Астория Малдивс, Гран Мелия, Чатвал Магу Малдивс, Пулман Мамута, и сети Интерконтинентал также открывается новый отель. То есть очень много новинок, и вот
Есть вопрос, Светлана, сколько отелей еще открывается на этот год. На самом деле очень тяжело сказать, сколько открывается на этот год, потому что некоторые отели, которые заявлены к открытию, они переносят также свои даты, но их действительно много. То есть по официальным данным в начале этого года, когда мы делали статистику, нам говорили о том, что в этом году открывается порядка 16 отелей, но я слышу у разных коллег также информация совсем другая. Поэтому посмотрим. Очень много новинок и очень много нам чего будет вам рассказать и показать. И самое последнее, вот как раз заканчиваем, что хотелось бы тоже вам рассказать, это то, что компания Let's Go Maldives запустила недавно такой свой новый проект, который поможет вам в продажах мальдивских отелей, особенно для тех, кто не имеет возможности, допустим, по каким чинам приехать, например, и посмотреть все отели. Мы запустили такой проект видеоотзывов об отелях на Мальдивах. Мы находимся здесь на Мальдивах, мы имеем прямой доступ к отелям и будем вам показывать изнутри, то есть не вот эти классические такие видео коммерческие об отелях, где показывают красивые закаты и рассветы, мы будем показывать именно внутри самого отеля. И сейчас я вам вот в самом конце включу видео, насколько у нас хватит времени, от отеля видеоотзыв, который мы сделали об отеле Holiday Inn Resort Kandua. И я хочу здесь поставить еще будут здесь такие дополнительные вопросы. Так, буквально секунду. Я поставлю сейчас видео и скажу просто несколько вопросов, о которых тоже нужно ответить. Это будет буквально 3 вопроса. Эти ответы вы можете найти в самом видео непосредственно в отеле Holiday Inn Kandua. Там об этом все рассказывается. Первый вопрос – это… Я сейчас расскажу, какой будет приз. Приз будет такой небольшой, но приятный. Это будет приз… Сертификат на двоих на ужин в ресторане The Kitchen, который вы можете подарить своим клиентам при бронировании у нас данного отеля Holiday Inn Kandua. И 3 вопроса. Первый вопрос. Чтобы получить этот сертификат, нужно написать ответ на вопрос. На все 3 вопроса под видео на нашем канале YouTube, видео, которое я сейчас ссылку предоставлю и покажу. Первый вопрос – это в какой стране производится косметика Кома Шамбала? Второй вопрос – в каком месте можно увидеть самые красивые закаты в отеле Holiday Inn Resort Kandua? И 3 вопрос – какая любимая категория номера новобрачных гостей в отеле Holiday Inn Resort Kandua? Еще раз повторю вопросы. В какой стране производится косметика Кома Шамбала? В каком месте можно увидеть самые красивые закаты в отеле Holiday Inn Resort Kandua? И 3 вопрос. Какая любимая категория номера у новобрачных гостей в отеле Holiday Inn Resort Kandua? Данная информация есть в нашем видео. Пожалуйста, напишите под видео на YouTube, то есть в течение сегодняшнего дня, кто пришел первый, получит данный сертификат от отеля Holiday Inn Resort Kandua и также небольшой подарок у нас. Ну, я с вами прощаюсь, спасибо вам большое, и вот сейчас включу просто видео, то есть, чтобы вы могли начать смотреть, и можете его в течение сегодняшнего дня начинать просматривать. Перед башней, нашей башней
что является входом в фирменный ресторан The Kitchen. Также на крыше ресторана The Kitchen расположена терраса The Deck. А топовым местом нашего курорта является крыша данной башни. Рабочие часы ресторана The Kitchen с 6.30 до 10.30 вечера. Здесь представлено меню. Как вы можете заметить, наше меню в виде фотографий. На одной части карты. А с обратной стороны здесь рецепт с ингредиентами блюд. В том числе у нас есть детское меню. В данном ресторане есть международная кухня, азиатская кухня, мы можем приготовить блюдо из морских продуктов. Также есть японская кухня. Здорово. И самая главная достопримечательность – это вид, конечно. Да, самая одна из главных достопримечательностей – это прямой доступ к пляжу. Вечером все подсвечивается, замечательный открывается вид. Данного места мы кормим по средам маленьких акул, что является развлечением не только для детей, но и для взрослых. Также тематические вечера в ресторане The Kitchen сопровождаются нашим резидент-диджеем. Точка острова Holiday Inn Resort Кангума. Можно здесь сразу рассказать про наши места. Знаменитые крыши четырех кокосов. Первая из них – это наш ресепшн. Следующая крыша кокоса – это наш лаунж-бар, на втором уровне которого расположена библиотека. С двумя персональными компьютерами, есть бильярд, а также есть настольный хоккей. Следующая крыша кокоса – это детский клуб с бассейном и мини-аквапарком. И последняя, самая дальняя, одна из самых больших – это наш Кандума-кафе. Если повернуться в другую сторону, можно заметить джетти на прибытие. Мы проходили, да, как раз вот сейчас вот вы видите джетти на прибытие. А с правой стороны можно будет увидеть Кандума Райд, это наше серфинг-место. А если обратить внимание ниже, вы можете видеть террасу The Deck. Самое лучшее место для просмотра закатов у нас на курорте как раз и является терраса The Deck. В настоящее время мы находимся в месте, в котором мы организовываем групповые мероприятия. И в данном месте находится наш конференц-зал The Maki. Милана, давайте пройдем внутрь, я вам расскажу и покажу наш конференц-зал. Мы можем разместить в данном конференц-зале 180 человек. Мы можем организовать здесь кофе-брейк в зависимости от требований группы. Мы можем организовать 5 сетапов, включая театр, ресепшн, классрум. Мы предлагаем все необходимое оборудование для масс-мероприятий. В настоящее время это экран, специальная доска для отметок. Также данный конференц-зал, он кондиционированный. Можно заметить, чаще всего данный зал бронируется для каких-то бизнес-ивентов, либо для организации. У нас даже был опыт проведения концертов. Мы также его используем для просмотра фильмов, можем использовать для йога-занятий. Всевозможные услуги мы можем предложить в данном митинг-руме. Мы находимся вместе, где расположен наш Kandu Kids Club, также детский бассейн. Пройдемте, Милана, по детскому мостику. Мы попадаем в зону, где наши дети могут поплавать, попробовать аквапарк. У нас есть мини-аквапарк. Также у нас есть персонал, воспитатели, которые следят за детьми, которые находятся в детском клубе. И те дети, которые внутри, соответственно, тоже под присмотром воспитателей. А какого возраста дети допускаются в этот клуб? В детском клубе у нас размещаем детей, предлагаем услуги детского клуба для детей от 4 до 12 лет.
Рабочие часы детского клуба у нас с 8 до 8. И каждый час у нас предусмотрена специальная программа для детей, включая развлекательных игр. Дети мастерят поделки, участвуют в крабьих бегах, меняют одежду, устраивают карнавал. Также для тинейджеров у нас в детском клубе есть специальная зона с PlayStation на втором этаже. Вот дети рисуют, мастерят поделки. Есть телевизор, зона для просмотра мультфильмов. Есть также вот развивающие игры. Персонал у нас детского клуба англоговорящий, но дети понимают язык друг друга, и нет необходимости русскоговорящего сотрудника. Детский клуб у нас предоставляется бесплатно. Услуги няни предоставляются за дополнительную плату. Стоимость няни в настоящее время $16 нет за час. Вот, пожалуйста, этот этаж предназначен для детей постарше. Здесь есть детская библиотека. Есть комната отдельная, где можно поиграть в PlayStation. Мы, Милана, с вами добрались до нашего семейного пляжного коттеджа Family Beach House. Как вы можете наблюдать, он состоит, это нестандартная категория для Мальдивских островов, поскольку это двухэтажный коттедж, который имеет две спальные зоны на втором этаже и зоны для отдыха на первом уровне. Одна зона для отдыха под открытым небом, вторая в помещении. Хотелось обратить внимание на данную зону для отдыха. Она также, как и наш пляжный коттедж, оснащена специальной зоной для хранения оборудования для серфинга. Вот это вот место, вот это вот как раз используется, вот эта вот часть используется для крепления серфинг-доски. Вторая зона для отдыха с большим панорамным окном. Пожалуйста, Милан, проходите. Скажите, пожалуйста, какая вместимость номера? Мы можем разместить до 6 человек. По размеру номер 140 квадратных метров. На каждом получается уровне. Этот уровень предназначен больше для отдыха. Но также мы можем здесь разместить людей на дополнительных кроватях, либо они могут использовать диваны, поскольку на данном первом уровне у нас есть полноценный санузел с душем с туалетом. Для дополнительных мест какие кровати вы предоставляете? Мы предоставляем полноценные большие кровати. Давайте поднимемся на второй этаж и посмотрим, какие номера мы предлагаем для наших туристов в нашем Family Beach House. С правой стороны находится комната для родителей, с левой стороны находится комната для детей. Размер каждой комнаты 35,5 квадратных метров. Все наши комнаты, они оформлены в современном дизайне, из белой древесины, все в бирюзовых тонах. В данной категории номера у нас есть даже софа-бед. Для детей до 5 лет мы можем размещаться на данный софа-бед. О, а какой прекрасный вид открывается из окна. Кофе, чай мы предлагаем туристам бесплатно. Также у нас на курорте есть вода собственного производства. Мы опресняем воду Индийского океана и производим ее на нашей